Уроженку Тирасполя Елизавету Кузнецову признали самой красивой девушкой Молдавии. Финал конкурса красоты прошел накануне. На титул претендовали 28 участниц. Жюри отдало победу 20-летней девушке из приднестровской столицы. Участница под номером 22 Елизавета Кузнецова. Тираспольчанка получила корону победительницы и возможность выступить на конкурсе «Мисс Мира». В финале примут участие 130 победительниц национальных конкурсов. Шоу покажут более 100 стран. «Мисс Мира-2019» пройдет в Таиланде 7 декабря.